Yup. If one more label try to stop me, it's gonna be some dreadhead niggas in your lobby. Ну, смотрите, вы, например, катаетесь по погоде, да, вот фрирайд. О, завтра поеду фрирайд гонять, завтра там пухляк по прогнозу. Вы знаете прогноз. Ну, не жри ты с утра простоквашу с огурцами. И, ну, не нужен будет тебе этот бомбалюк. Потерпи ты до вечера. Покатаешься, откатаешься круто по пухлячку. И потом, когда все задует, задубеет, будешь есть свою простоквашу и... И не париться вопросами бомбалюка. Так, это все, что касается серии Expedition. Дальше мы переходим к серии, которая называется Friends. На рукаве опять же будет все отмечено. Забыл сказать, что мембрана у серии Expedition, ну, 20 на 20 в среднем. Там есть и 20 на 25, и 20 на 15. У серии Friends мембрана попроще, 10 на 10. Но эта коллекция позиционируется как для более молодых, для фристайла, для катания в парке. Она, естественно, более дешевая. Поэтому, собственно, мембраны здесь используются попроще. Остальные технологии по внутренности, да, вот она. Та же Thermal Dry System в мужской куртке. Точно так же выглядит, как в женской, только другого цвета. Одна особенность линейки Friends — это то, что подкладка. Здесь уже подкладка не Cool Max, как здесь, как в Expedition, а обычная полиэстеровая подкладка. Но если вы видите, это такие лоскуточки разного цвета, как лоскутное одеяло. Пикчер использует отходы производств, ну, других производств, других брендов, там кто-то что-то шьет, остаются куски вот этого полиэстера. Обычно такой полиэстер сжигается. Сжигается — это значит что? Что дополнительный выброс CO2. CO2 – это очень такая серьезная проблема для нашей планеты. И Пикчер просто забирает вот эти остатки, сшивает, делает из них вот такие вот лоскутные подкладочки, и получается, что у каждой куртки действительно своя уникальная будет подкладка. Тут может быть встречаться совершенно разный цвет. Мембрана здесь, напомню, 10 на 10. И что касается внешнего полиэстера. Полиэстер у серии Expedition сделан практически на 60% из полиэстера на основе биоресурсов. Здесь это в основном просто переработанный полиэстер с добавлением обычного полиэстера. Как я уже говорил, полностью сделать из переработанного полиэстера не получается, потому что спрос на такую ткань очень огромный. Те мощности, которые существуют на данный момент в мире по переработке полиэстера или по созданию биополиэстера, не хватает просто на всех, поэтому приходится использовать все-таки и ресурсы разные другие. В общем, есть, естественно, и женские, и мужские куртки и штаны серии Friends. Вот сейчас расскажу про одни интересные штаны. Называются они Panel Pant. Panel — от слова панель. Это тоже серия, ну, у штанов, обычных штанов, да, которые не полукомбинезоны, есть вот такая вот еще защитный фартук специальный, чтобы снег не попадал внутрь. Это, кстати, тоже, по-моему, фишка из тех времен, из форсквера. Конкретные штаны, вот именно вот эти, сейчас покажу, чем интересны. Ну вот, например, в данной модели тоже Cool Max, как подкладка. Плюс еще есть некий утеплитель. И плюс в коленях есть вот такие вот мягенькие вставочки.
То есть вы можете спокойно вставать на колени, и это будет менее болезненно, и не холодно, и не будет промокать. Это только одна вот эта модель, только панель Pant имеет такие вставочки. У других штанов Picture Organic, в том числе и у женских, такой фишки нету. Только одни мужские штаны. То есть, если вдруг вы будете выбирать между какими-то штанами, возможно, что вот такая вот фишечка будет решающим в вашем выборе. Они есть разного цвета. Заходите на каталог, смотрите в магазинах. Так, это касается серии Friends. Далее мы идем к серии Adventure. Вот так вот выглядит логотип серии Adventure на рукаве. Представляете себя эта одежда? Выглядит эта одежда как городские куртки. Городские куртки, да, то есть вы видите такая как парка с этим с искусственным мехом, который отстегивается. Но при этом здесь присутствует мембрана 10 на 10, здесь присутствует фартук от снега, здесь присутствуют манжеты от снега. Ну, там, вот, например, эта модель утепленная. То есть в этой куртке вы можете и ходить по городу, и кататься в горах. И, в общем-то, такая вещь, наверное, нужна тем, кто хочет совместить, иметь, так скажем, одну куртку на все случаи жизни. Тоже есть разные цвета, разные модели, но все они такого городского вида. Серия Adventure. Так, и заключительная серия одежды на сегодня. Это, собственно, называется просто Organic Apparel у Picture, да, то есть здесь такое лого, не знаю, видно, оно монохромное, к сожалению, такой давленная кожа. Что из себя представляет вся эта серия? Это тоже скорее городская одежда. Это не чистый полиэстер, это полиэстер с хлопком. На ощупь он такой брезентовый. Если вы видели наше видео из офиса Picture, да, вот мы такую куртку поливали водой как раз. Эта куртка сверху вощеная, да, то есть вот, по-моему, в кармане, вот она, в кармане, да, где же он? А, вот он. В кармане лежит пчелиный воск. То есть вы просто, когда у вас этот воск, который сделан на заводе, стирается, да, то есть естественным износом, так скажем, вы берете запасной этот воск, просто натираете куртку, утюгом проглаживаете, воск впитывается и восстанавливаются водоотталкивающие свойства. Собственно, такая мембрана, наверное, использовалась когда-то там давным-давно, какие-нибудь 30-е годы, когда еще не было полиэстера известно на основе нефти. И, скорее всего, таким, конечно, способом пользовались какие-то наши там прадедушки. Но есть такой момент, что вся одежда, которая имеет вот это вот вощеное покрытие, она не будет однородного всегда такого цвета, да? Это свойство так специально вот этой одежды. То есть вот если, не знаю, видно вам или нет, уже здесь видно, что цвет он такой неоднородный. То есть вот все что-то стирается, да, вот этот воск будет стираться, он будет менять цвет. Вы дальше воксите опять заново, он цвет будет восстанавливаться. Таким образом, куртка должна у вас, так скажем, обтереться, притереться, как джинсы, да, вы знаете, что какие-то хорошие джинсы, они порой даже меняют свой цвет слегка при процессе использования. Ну, конкретно вот данная куртка называется Montana Jacket. Это просто вообще, это шуба просто, она внутри полностью сделана из этого синтетического пуха. То есть она полностью закрывает вообще все тело, в ней в лютейший мороз будет тепло. Ну, а капюшон, то есть такой чебурашки, как это называется, Polar Fleece, да? В общем, супер теплая куртка, водоотталкивающие способности придает воск, который не дает влаги впитываться. Ну, конечно, она будет чуть-чуть впитываться, но для города это вполне нормально. Если какой-то там супер дождь, наверное, не стоит выходить в такой куртке на
улицу, а так под легкий снежок, легкий дождик вполне можно. Ну, сотрется этот воск, вы нанесете заново. Воск, кстати, есть запасной в кармане, продается отдельно и даже не обязательно в наших магазинах. Ну, некоторые бренды, в том числе и достаточно модные стритвир бренды, делают такие же технологии, такие же вещи и продают этот воск. Ну, собственно, наверное, все насчет верхней одежды Picture Organic. Следующее видео смотрите, мы поговорим о многослойности в одежде и там больше расскажем про какие-то поддевки. Всем привет, хорошего всем сезона!